Друзья, всем привет! Очередная распаковочка у нас на канале. Пришли мне две посылочки, два конвертика с монетками. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас пришло, в каком состоянии продавец нам отправил. Ну, вместе посмотрим. Давайте приступим. Откроем сначала, наверное, вот это. Здесь должна быть одна монетка. Семечки богучарские. Можно узнать рекламу всех абсолютно регионов России, вскрывая посылки. Ребята упаковывают хорошо, достойно. Здесь у нас лежит одна монетка. Должна быть она в хорошем состоянии. Так, пакетик порвем. Так. Да, действительно, состояние отличное. Так, спешечку пока выключим, чтобы вам показать. Это у нас 20 копеек 1870 года, серебро. Состояние очень хорошее. Так, эта монетка у нас Санкт-Петербургского монетного двора с штемпелем вот N и I. Хотя I почему-то вот мне интересно, она стоит как бы английская, да? То есть это инициалы Минцмейстера. Это был Николай Иоса. Вот в таком состоянии монетка, шикарная. То есть хороший рельеф, не затертая, вся такая вот блестючая. Тираж был 16 300 000 экземпляров. Вес этой монетки 3,6 грамма. Ну, цена начинается от 13 долларов. Такое состояние хорошее. Так, откроем вторую посылочку. Здесь у нас должно быть побольше монеток. Здесь у нас просто бумажный конвертик. Прислали. Газетку какую-то местную. Только с ней обойдемся. Так, что у нас там больше нет интересного? Просто бумаги на газетку наложил. На жесткости. В общем, вот они наши монетки. Тоже хорошо запечатаны. Спасибо продавцу. Так. Тут прям все по-серьезно. Запаковали. Сейчас будем добираться до них. Наверное, сейчас все сразу достану. И потом по одной будем вскрывать. И смотреть, что у нас там пришло. Уже вот 5 монеток. И кто-то у нас там еще спрятались. Вот так вот, серединки. Еще 2. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь монеток. Ничего мы вроде не пропустили. Ну, начнем
Ну, вот самых крупненьких. Ага, это у нас медные монетки. 2 копейки 1912 года. Николая II. Такое состояние очень приятное. Патина даже сохранилась. Хорошее состояние этого продавца. Очень много мы берем частые монеты. И все у него вот в хорошем состоянии. Санкт-Петербургский монетный двор. Медь, тираж 17 миллионов монет. Ну, по цене, как бы они не такие ценные, но единственное, за состояние уже придется заплатить за хорошее. Так, вторая у нас тоже 2 копеечки, только уже 15 года. Тоже состояние прекрасное, поскольку эти монеты обычно, если они копаны, то они в печальном состоянии, они все в наростах, в коррозии, то есть они, поскольку медные, и почему-то, не знаю, вот они, то ли такое качество штамповки или меди, потому что они в очень плохом состоянии до нас доходят. Обычно они все очень сильно затерты, с раковинами. Здесь они прям вот две такие красавицы. Красота. 15-го года уже был тираж побольше, здесь уже почти 34 миллиона экземпляров было чеканено. Так, дальше. Вот у нас тоже двадцатка, 20 копеек. Эти у нас более ранние, то есть эти 1870 года, эти 1910. В принципе, они похожи. Единственное, вот здесь уже у нас немножко изменен герб. Так, вспышку выключим. Здесь у нас герб немножко изменен. Можете видеть. Тоже шикарное состояние. Монетки хорошие. Рассмотрим эту более детально. Это у нас 20 копеечек 10-го года. Санкт-Петербургский монетный двор. И буквы у нас ЭБ. Это Минцмейстер Эликум Бабаянц. Тираж у нас был 11 миллионов экземпляров. Вес также 3,6 грамма. Так, вот еще один двадцатничек. Тоже шикарное. Это у нас будет 1913 год. И здесь уже буквы ВС. То есть Минцмейстер у нас не будет Виктор Смирнов. Ну, все такие монетки в блеске, штемпельным, да, шикарные. К сожалению, пока нет нормального оборудования, которое снимать можно достойно, поэтому снимаю на обычный телефон, поэтому не очень получается. Приходится со вспышкой снимать, чтобы было хоть что-то видно. Ну, со временем разбогатеем, приобретем нормальное оборудование. Дай бог. Будем снимать уже в хорошем качестве. Так, это у нас 20 копеечек 15 года. То есть у нас вот 70-й, 10-й, 13-й и 15-й. Такая вот красота. Все монетки блестят, сверкают. Красотища. 15-й год у нас тоже буква ВС. Единственное, экземпляров уже 59 миллионов. Нет, обманул вас. 106 миллионов. То есть довольно такая частая монета. Вес такой же 3,6 грамма. Так, ну вот у нас монетки немножко поменьше. Это у нас 15 копеечек. Тоже ВС. Тоже состояние близко к идеальному. 15-й год.
Вот их как раз 59 миллионов экземпляров. Вес тут немножко меньше, 2,7 грамма. Ну и последняя монетка на сегодня. Это у нас 10 копеечек 1909 года. Буква у нас ЭБ, то есть Эликум Бабаянс. Санкт-Петербургский монетный двор, 25 миллионов экземпляров. Серебро у всех идет 500-й пробы, здесь у нас 1,8 грамм. Такое шикарное состояние. Вот такие вот монетки. Единственное, что-то я не наблюдаю. А нет, все правильно. Это у нас 1870 года. Получается, у нас 4 двадцаточки, 1 пятнашка, 1 десяточка и 2 двунделя. Такие вот красотки. Спасибо большое продавцам. Монеты гуд. Все, всем пока. Такой небольшой обзорчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всем пока.